В минувшую субботу вечером чисто семейное с обеих сторон ДТП приключилось в Екатеринбурге на задворках дворца с бассейном имени Молодежи, то есть в одном светофоре от проспекта Ленина. Около 9 вечера по переулку Пестеревскому со стороны Репина к перекрестку с Московской приближалась семья с одним ребенком и папой за рулем Ниссана. Папа намеревался так и проехать перекресток прямо, проскочив через Московскую, но помешал ему ехавший перед ним таксист. Япона папа думал, что он тоже проедет за ним прямо, так как тот никаких поворотников не включал. Однако таксомотор коварно посреди перекрестка дал по тормозам и начал поворачивать налево. И вот когда пилот Ниссана понял, что остановиться не въехав таксисту в корму он не сможет, он начал этого столкновения избегать. Ходили столкновения с таксистом. С таксистом, а Volkswagen каким образом здесь? Ехал с той стороны. А он, получается, оттуда выезжал или да. Поворачивал? Нет, он оттуда ехал. Оттуда. А вы? Уходило столкновение с таксистом. Нет, а вы откуда ехали? Перед нами ехало такси. Ага. А таксист она начал поворачивать, не включая поворотники, вообще ничего, просто начал поворачивать. Или на тормоз сжать. Все, я вы от него вильнули. Да, чтобы ему в жопу не приехать, я вильнул. Мне неудачно вильнул. И в результате таксист спокойно уехал, а в лоб Ниссану прилетел Volkswagen с двумя детьми на борту. Он ехал, мы думали, он прямо проедет, и все. Мы не стояли на перекрестке, мы попали на зеленый. То есть ехали, попали на зеленый. Вот. И получается, что он ехал прямо и резко начал поворачивать. Ну, соответственно, притормозил. А нам либо в него, либо... Для тех, кто не понял или ушам своим не поверил, повторим. Да, именно так. Пилот Ниссана с ребенком за спиной решил объехать поворачивавшую на левую машину еще левее, видимо, рассчитывая, что той прямоходячей машины, которую он пропускал, не существует, а встречный Volkswagen, как видите, еще как существовал. Добавим напоследок, что никто из четверых взрослых и троих детей в обеих машинах не пострадал. А у них тоже дети, они уже все уехали. Двое детей, муж и жена. Ну, семья на семью.